Ну что ж, друзья, как и обещали, мы делали все, дабы встретить наших почетных гостей, которые сегодня к нам прибыли, несмотря на погодные условия в нашей Южной Пальмире, несмотря на тот туман, но все-таки гости к нам добрались, и вам за это огромное спасибо, друзья. Прошу, встречайте в нашей солнечной студии замечательные гости, которые сегодня радуют нас своим замечательным присутствием, ну и, конечно, милыми улыбками. А кто именно сегодня к нам прибыл, нам расскажет, конечно же, Оленька. Оленька, пожалуйста. У нас в гостях Олег Мельничук, соорганизатор фестиваля французского кино в Одессе, Сильвия Бано, директор Альянса Альянс Францез города Одессы, и Анастасия Прушковская, арт-менеджер. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Я смотрю по вашим улыбкам, настроение у вас хорошее, правда ведь? У нас всегда хорошее. Это всегда, замечательно, да. Ведь впереди нас ожидает замечательная премьера. Премьера того, тех замечательных фильмов, которые вы привезли в нашу Южную Пальмиру. Расскажите, пожалуйста, что именно нас ожидает? À cette occasion, nous avons donc 5 films français qui vont être présentés à partir du 29 janvier au cinéma Rodina, et des films français qui ont eu un excellent succès en 2014 en France, mais pas uniquement en France, et en Europe. 29 января в кинотеатре «Родина» мы будем представлять 5 французских фильмов, которые в 2014 году имели большой успех у публики во Франции и по всему миру, и поэтому мы сейчас здесь, чтобы представить наш фестиваль. Я знаю, что этот фестиваль стартует в Одессе, правильно? То есть в дальнейшем он будет проходить еще в других городах Украины. Да, фестиваль стартует одновременно в Одессе и в Киеве 29 числа. И дальше он будет проходить еще в 7 городах Украины. Где это будет? Это будет в Львов, Винница, Ровно, Черновцы, если не ошибаюсь, Днепропетровск. Угу. Это какой по счету год вы проводите фестиваль? Это уже юбилейный фестиваль, это 10 лет назад Французский институт в Украине провел первые вечера французского кино, которые также состоялись и проходили и в Одессе, также в кинотеатре «Родина», как и в этот раз. И в этот раз это уже 10-й юбилейный фестиваль, который традиционно собирает полные залы, который традиционно представляет зрителям премьеры французских фильмов, которые еще не выходили в украинский прокат, не были у нас на киноэкранах. И таким образом зрители вечеров французского кино, они имеют уникальную возможность первыми посмотреть эти фильмы на большом экране. Угу. То есть это у нас будет премьера, правильно? Да, это будет. Но мир уже успел посмотреть ваши киноленты. Да, безусловно. Отличительной чертой вот этого фестиваля, который готовится совместно французским институтом в Украине и Arthouse Traffic, это то, что он представляет премьерные показы самых громких, самых ярких французских фильмов, которые уже прошли на французских экранах, которые уже прошли на международном прокате, но которых еще не было в Украине. Фильмы короткометражные? Нет, это все полнометражные фильмы. Это, ну, самые кассовые, самые яркие, самые титулованные фильмы полнометражные, которые были во французском прокате. Ваша команда занимается отбором фильмов, я понял, что... Очень приятно мне сказать, что поскольку фестиваль 10 лет назад создавался французским институтом в Украине, посольством Франции в Украине, после этого через несколько лет организаторы фестиваля, французская сторона, доверили нашей компании Arthouse Traffic отбирать фильмы, непосредственно уже заниматься полностью организацией, и таким образом мы подсоединились к этому проекту, и теперь отбором всей текущей работы занимается Arthouse Traffic при сотрудничестве с французской стороной. Скажите, пожалуйста, жанр фильмов какой? Боевики, про любовь, что именно нас ожидает? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment tous les styles de films. On a des films comiques, on a un film donc comique qui va commencer l'ouverture du festival avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est le plus grand succès de 2014. On a plus de 6 millions de spectateurs. Et on a aussi des films, un film de Jean-Luc Godard, beaucoup plus abstrait, adieu au langage, où on a aussi un film, un thriller avec l'acteur Mathieu Amalric. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir différents genres dans un même festival. Что очень интересно в нашем фестивале, то, что будут представлены абсолютно разные жанры, начиная от комедии и заканчивая триллером. Открывать фестиваль будет комедия «Безумная свадьба», которая собрала безумные кассовые сборы по всему миру. Будет представлена абстрактная драма Жан-Люка Годара, новый фильм в 3D «Прощай, речь». И будет также триллер с Матео Манриком «Любовь – это идеальное преступление». Но еще будет фильм «Женщина во дворе», в котором новый фильм, опять же, очень известного французского режиссера Пьера Сальвадори, в котором главную роль сыграла Катрин Денев. Угу. Я знаю, что вот, кстати, фильм «Безумная свадьба», который можно найти в недрах интернета, стал безумно популярным. Это такая замечательная комедия. Скажите, пожалуйста, на какого
зрителя вот, рассчитан этот фестиваль? Есть какая-то целевая аудитория или это для всех? Ну, опять же, при составлении программы учитывается то, чтобы фильмы были совершенно разных жанров, чтобы все, ну, любой зритель смог найти в ней что-то свое. То есть, как вы заметили, в программе и такой очень камерный, очень экспериментальный фильм, ну, в общем, мэтр не только французского кино, но и мирового кинематографа, живого классика Жана-Люка Годара «Прощай, речь», первый фильм, который он экспериментирует с форматом 3D. И, с другой стороны, самый кассовый фильм Франции – это «Безумная свадьба», которая рассчитана на абсолютно широкую аудиторию, который, ну, это абсолютно хит, зрительский хит прошлого года, который при бюджете в 13 миллионов евро собрал в 10 раз больше, и продолжаются кассовые сборы возрастать по всему миру. И таким образом, я думаю, что наши зрители присоединятся к тем миллионам зрителей, десяткам миллионов зрителей, которые посмотрели этот фильм по всему миру. Хорошо. А будут ли повторы фильмов? Из всей программы 4 фильма потом выходят в широкий украинский прокат. То есть практически это первые допремьерные показы в Украине. Дальше 4 из фильмов этой программы будут демонстрироваться в Украине на широких экранах. А в рамках фестиваля, вот в дни фестиваля, эти фильмы будут показываться один раз, или они будут в расписании весь день, может быть, для телезрителей, чтобы они понимали? В программе 5 фильмов, из них «Безумная свадьба» и фильм «Женщина во дворе» с Катрин Денёв будут показаны два раза, два дня. Я уверен в том, что многих одесситов интересует такой вопрос, что касается благотворительности. То есть вы благотворительностью занимаетесь? Но опять же, что касается благотворительных показов, то есть тут наша как бы команда и команда Альянс Францез Одесса занимается этим постоянно с другими проектами. Что касается этого проекта, то опять же будут розыгрыши для зрителей через социальные сети, для студентов, для слушателей Альянс Францез. И таким образом, то есть можно будет сказать, что какая-то часть киноманов, которые любят кино, которые хотят на показ, смогут участвовать в конкурсах. То есть есть конкурсы, и билеты при этом вы предоставляете. Но, да, можно сказать, благотворительностью вы и занимаетесь. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот есть любители кино разных жанров, есть любители исключительно французского кино. Вот по вашему мнению, что именно отличает французское кино от любого другого? Ну, я думаю, что, наверное, интересно услышать это мнение от француза, да? Je pense que ce qui peut intéresser particulièrement dans le cinéma français, c'est justement une diversité de genres, une esthétique particulière et puis une capacité à traiter le sujet social de manière très originale. Alors les Anglais le font aussi avec par exemple des auteurs comme Ken Loach, mais je trouve qu'en France, on a des auteurs qui sont capables de traiter le genre très populaire et en même temps des thrillers, des comédies romantiques et humoristiques avec une qualité qu'on retrouve quasiment dans tous leurs films. Во французском кино интересно то, что оно представляет абсолютно разные жанры, но с удивительной оригинальной эстетикой. Например, английский кинематограф, такой как Кен Лоуч, по-своему представляет социальные мотивы, но во Франции это довольно оригинально и может быть представлено в разных жанрах, начиная от комедии, заканчивая триллером. И это всегда очень интересно и необычно. Есть ли новое поколение французских кинозвезд? Мы все знаем, да, Пьера Ришара, Жерара Депардье, ну, то поколение. Есть ли сейчас какие-то вот звезды восходящие, возможно, в фильмах, которые будут показаны? Да, на самом деле, те, кто начинает вот кинематографии, уже вырываться на лидирующие первые места. Ну, на самом деле, я думаю, что сейчас Сильвен еще ответит на этот вопрос. Вот такие фестивали, они и открывают зрителям новые имена. То есть в этом фестивале, опять же, зрители увидят, как Жюльет Бинош в одном из фильмов Оливье Асаяса «Зильд Мария», как Катрин Денёв, как Матье Амальрико, так и, в общем-то, новых молодых актеров, которые, может быть, не появляются в этом фестивале в главных ролях, но которые, опять же, являются открытиями. Что касается нового поколения, то, безусловно, как бы каждый год появляются яркие фильмы, яркие имена, которые открывают зрителям новых звезд. Вот я думаю, что Сильвен сейчас расскажет, кто сейчас на волне
années au французском кино. Alors, justement, je pense que Mathieu Amalric, en fait, alors qu'on commence à connaître un petit peu plus maintenant, est un acteur très intéressant. C'est un acteur qui a notamment joué dans un des derniers James Bond. On ne le sait pas trop parce qu'il jouait le rôle d'un méchant. C'est aussi un réalisateur et c'est quelqu'un qui a une grande expérience de théâtre et qui était assez discret. Comme tous les grands acteurs, finalement, il se cache derrière ses rôles. Il arrive à les rendre encore plus impressionnants. Donc, je pense que Mathieu Amalric, c'est un acteur qu'il faut suivre particulièrement maintenant. По нашему мнению, Матьё Амальрик – это актер, который будет все более и более становиться известным широкому массовому зрителю, поскольку он играл в Джеймсе Бонде негативного персонажа. И, кроме того, он выступает как режиссер в новых французских фильмах. И в этом году он представлен во множестве фильмов, не только в том, который будет на нашем фестивале, но, например, «Венере в мехах», «Полански». В общем-то, Матьё Амальрик – это восходящая звезда мирового кино, не только французского. Скажите, а насколько французское кино популярно во Франции в сравнении там, с голливудскими фильмами? Alors, en France, en fait, le cinéma arrive à être très populaire parce qu'on a aussi une politique qui est là pour défendre en fait la promotion du cinéma français. On a un centre qui s'appelle le Centre National de la Cinématographie et qui cherche justement à permettre le financement de films français et la production, la diffusion sur un maximum d'écrans. Donc ça permet justement d'éviter que les films américains soient trop présents ou les films étrangers et d'équilibrer en fait pour qu'un maximum de films français soient produits et diffusés dans les salles. Французское государство поддерживает производство фильмов во Франции и финансирует французское производство и французских режиссеров, чтобы уравновесить рынок французского кино и рынок голливудских фильмов во Франции. Вы знаете, к сожалению, время нашего сегодняшнего эфира подходит к своему логическому завершению. Еще один вопрос у меня к вам есть. Вот именно ваш, какой любимый фильм, который наш зритель одесский сможет посмотреть на большом экране? Personnellement, je pense que je conseillerais quand même qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que c'est un film extrêmement comique, chaleureux, que les gens vont regarder en passant un très bon moment. Et c'est vrai qu'on a dans une situation comme ça un petit peu difficile en ce moment, le temps fait froid, etc. Ça fait du bien de voir un film un peu comique, mais je conseillerais aussi beaucoup le film de Mathieu, avec Mathieu Amalric aussi, L'amour est un crime parfait. Мы посоветуем фильм «Безумная свадьба», который очень теплый, с очень приятной атмосферой. Зритель получит много удовольствия от этого фильма, потому что это комедия, и сейчас зимой это то, что нужно зрителю. Кроме того, новый фильм с Матьё Амальриком «Любовь – это идеальное преступление» тоже очень интересен, поэтому его тоже стоит посмотреть обязательно. Ну, я уверен в том, что не стоит сделать акцент на одном определенном фильме. Я предлагаю нашим одесситам посмотреть абсолютно все фильмы, которые будут в прокате. Вам хотелось бы сказать, уважаемые телезрители, огромное спасибо за то, что вы были с нами. И ведь никому не секрет о том, что французский язык – это один из самых прекраснейших языков. Можно сказать, даже занимает первое место – язык любви. Ну, а у нас сегодня в гостях были замечательные гости. Оника, ну-ка рассказывай, кто у нас сегодня был? У нас в гостях был Олег Мельничук, соорганизатор фестиваля французского кино, Сильвен Бано, директор Альянс Францесс, также соорганизатор фестиваля, и Анастасия Прушковская, арт-менеджер. Спасибо вам большое за то, что этим утром вы были с нами. Мы сегодня говорили о почерке, о том, насколько он важен для человека, о чем он может рассказать про каждого из нас. Поэтому помните об этом, подписывая документы. Да, ну а вам хотелось сказать также огромное спасибо за то, что сегодня нашли время, пришли к нашу солнечную студию. Огромное спасибо за ваши красивые, милые улыбки и спасибо за те кинофильмы, которые вы привели в нашу Южную Пальмиру. Я уверен в том, что равнодушных одесситов просто не останется. Я уверен в том, что премьера ваша пройдет просто на ура, и чего я искренне вам желаю. Ну а вам, уважаемые одесситы, также хотел сказать огромное спасибо за то, что эти два часа вы были с нами. Но, к сожалению, пришло время попрощаться и сказать пока-пока. Но знайте о том, что с понедельника по пятницу 7 до 9 часов утра мы поднимаем настроение не только с помощью ярких улыбок, но еще и с помощью замечательных подарков, которые мы для вас готовим. Замечательные новости. Это было утро на 7 канале. Ну и позвольте вам откланяться, сказать большое спасибо вновь и до свидания. Пока-пока. Пока-пока.